Приветствую вас, Виктория. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы просто хотите быть с кем-то. На протяжении всего вашего текста, на мой взгляд, это довольно очевидно, что вы хотите быть с кем-то. Сперва вы хотели быть красивым парнем, потом разочаровались и решили быть с парнем некрасивым, но зато с парнем. И свадьба вам нужна, и дети, и о семье нужно думать. То есть, условно говоря, ведущим вашим мотивом здесь является семья, дети. И нужно разобрать, для чего вам это. Как правило, делается это для своей защиты. То есть человек хочет семью, чтобы себя защитить. Человек хочет семью, чтобы рядом были люди определенные, ну, чтобы рядом были те, кто там поможет, кто, ну, кто, может быть, поддержит, если потребуется, и так далее. То есть человеку вот нужно себя защитить. Для этого вам, судя по тому, что вы пишете, нужна семья. Конечно, может быть и другая история, может быть история про то, что вы в принципе такой директории следуете, что вот нужно создать семью. Но проблема здесь, на мой взгляд, заключается в том, что ориентируясь на семью, вы забываете о себе. Что это значит? Это значит, что вами пользуются, потому что вы воспринимаете мужчину как того, кто может дать вам то, что вы хотите. То есть не партнера, который, скажем так, вправе делать или не делать чего-то, а именно вот средства для того, чтобы вы могли получить то, что вам нужно. Хотя, конечно, я могу ошибаться, и, конечно, я могу быть здесь неправ. Но работать, на мой взгляд, нужно именно над тем, над тем, что вы пытаетесь получить для себя то, что вам нужно, и, грубо говоря, переживаете, тревожитесь по поводу того, что у вас это не получается. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать, то, что, на мой взгляд, происходит с вами сейчас. Сейчас. Это то, что, на мой взгляд, с вами происходит на данный момент.
Может быть, это страх одиночества влияет на вас. Может быть, что-то еще, но тем не менее надо смотреть. Значит, что вы пишете? Значит, так. Меня очень напрягает мысль о других отношениях, я допускаю. Помогите, дайте совет. Пишите вы совет, чтобы что? Чтобы, ну, фактически попасть замуж. Это вы, наверное, хотите сказать. То есть дайте мне совет, чтобы я смогла выйти замуж. Вот, ну, вы же понимаете, что... ну, я надеюсь, что понимаете, что фактически говорите про принуждение человека. Вот, и я надеюсь, что... Это не так, я надеюсь, что о принуждении все-таки речи не идет. Вот. Но тем не менее. Поэтому сперва нужно действительно разобраться в себе. Вам сперва нужно действительно поисследовать. Свои желания, свои чувства, лучше разобраться в себе, чтобы не быть, чтобы не зависеть так сильно от того, захочет ли человек с вами быть или нет. А дальше уже смотреть, как поступать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.